Начиная новый день, мы надеваем одежду, соответствующую случаю, наносим любимый аромат. А надевая ювелирные изделия, добавляем себе немного мерцающего блеска и хорошую порцию шика. Какие ювелирные тренды способны выделить из толпы? Разберемся на личном опыте. Основные направления ювелирной моды в сочетании с дизайнерскими инновациями. На это стоит обратить внимание. Новые идеи в ювелирном дизайне воплощены в фантазийных украшениях с использованием различных благородных металлов. Это такие, как платина, золото, рутений, палладий. Причем эти металлы сочетают вместе. Ну и камни драгоценные и полудрагоценные тоже. Кольца на всю фалангу, безусловно, притягивают внимание к изящным женским рукам. Дизайнеры предлагают носить и изделия, окольцовывающие сразу два пальца. Представляют варианты, способные украсить фаланги. Это стек-кольца. Почерк мастера своего дела узнается в дизайнерском серебре. Розовое золото, белые бриллианты – идеальное классическое сочетание. А если обладательница столь прекрасного украшения слегка устанет одного, то колечко легко трансформируется в оригинальный браслет. Дизайнеры представили и такие варианты два в одном. Кольцо, переходящее в браслет, идеально для особенных случаев. Серьги Каффа – одно из самых актуальных явлений ювелирной моды. Такие украшения носили еще тысячелетия назад, и вот в 21 веке они буквально покорили наши сердца. Они удобные и декоративные. Это могут быть молнии, перья, абстракции и, конечно, цветы, выполненные из благородных металлов и драгоценных камней. Перед вами эксклюзивные изделия, представленные в единственном экземпляре. Лунная соната, бриллианты, топазы, голубые и фиолетовые сапфиры. Интересен комплект с применением опала и голубых сапфиров. Или украшения, выполненные в трех цветах золота. И, конечно, бриллианты, коньячные и классические. Роскошь в безупречном исполнении. Спонсор программы – ювелирный дом «Ремикс» – дом драгоценных эмоций. Весенняя акция – скидки до 40%. Каждый покупатель самостоятельно выбирает себе скидку.